Миссия проекта заключается дать возможность каждому участнику нашего комьюнити подняться на новый уровень. Мы собрали и объединили в одном месте все самые трендовые направления. Да? Что мы сделали? Мы сделали Telegram-бот со всеми инновационными на сегодняшний день возможностями. Он многофункциональный, в том числе там есть и кошелек с подтягиванием веб-версии. Просто говоря такие слова, я думаю, что люди себе запишут и потом смогут задать вопрос, если что-то непонятно. Почему Telegram-бот? Потому что Telegram-бот проще в использовании, да, простота использования, чем, скажем, та же биржа, там, Binance, Bobby, или Bybit, или еще что-то. Намного проще все и быстрее происходит. И все инструменты мы собрали в нашем Telegram-боте. NFT использует компания в том числе, замораживает 20% стоимости уровня, в котором также есть NFT. И каждый NFT дает дополнительные возможности. Токены проекта VFT – это инструмент заработка для каждого, широкий спектр применения и всегда ликвид. Игры для каждого, ценные призы, play to earn. Пассивный доход, доступность, прозрачность, стабильность. Партнерская программа, которая присутствует у нас тоже, простой маркетинг, линейный, без потерь выплат. Что значит без потерь выплат? Значит, если кто-то из вас, вышестоящих людей, купил себе первый, второй уровень, а вы нет, то та комиссия, провизион, которую вы должны получить, она не теряется, не сгорает, не уходит в компанию. Она просто замораживается, пока вы себе не покупите следующий уровень. Вовлечение в игровой форме 8 источников дохода. Следующий. Elevator Group – это простые и понятные решения. Увлекательные игры, токены проекта VFT, NFT проекты, пассивный доход, страховка всех участников, партнерских программ, встроенный многофункциональный кошелек. Преимущество нашего проекта – это работа в долгосрок. То есть мы продумывали и долго еще просчитывали все, чтобы этот проект жил, развивался и работал в долгосрок. 80% средств возвращается в маркетинг. Нет потери партнерских вознаграждений. 8 источников дохода. Распределение средств через смарт-контракты. Низкий порог входа. Страховка каждого партнера и вовлечение в игровой форме. Распределение средств происходит следующим образом. При поступлении 100% 36% партнерское вознаграждение распределяется на 5 уровней. 5% это уходит в игры и призовой фонд. 20% блокируется на ликвидность в NFT. 5-15% уходит в инвестпул. 3% розыгрыш один раз в месяц. 10 призовых мест. 11% выплата пассивного дохода по уровням. И 10% компания разработка, реклама и акции. Источники дохода для каждого – это от продажи NFT-боксов по уровню, от продажи токенов нашего проекта NFT, от продажи билетов, выигрыша в разделе игры, замороженный баланс в NFT с возможностью продажи после разморозки, рост токена, 3% от первой линии в инвестпуле и бонусы компании за активное участие в развитии. На данный момент игры Elevator Group есть CryptoWare, это одна из самых интересных, я считаю, игр, хотя другие будут немало интересных, даже, я бы сказал, может, более, и в котором разыгрывается на сегодняшний день уже AirPods Pro и часы Apple Watch, плюс другие ценные призы. Следующей игрой, это уже который будет DICE, где будут играть игры с нашим токеном VFT, также лотерея, где будет разыгрываться TRX токен. NFT Elevator. Для чего NFT токен в проекте Elevator Group? Через NFT компания продумала систему страхования.
так как каждый NFT пополняется реальным балансом USDT. Каждый партнер имеет право вывести NFT на свой личный кошелек. NFT пятого уровня необходим для участия в распределении дохода от раздела Invest Pool. NFT нулевого уровня дает возможность сделать свой индивидуальный NFT аватар. Возможность перепродажи NFT у вас также имеется. NFT токен – это токен нашего проекта, это его название. Эмиссия 10 миллионов токенов. То есть компания выпустила только 10 миллионов токенов. Некоторые выпускают как миллиарды. У нас их только 10 миллионов. Блокчейн, который использовался для этого, это Tron, стандартная сеть ERC-20. Airdrop через CryptoVell не более 1%. Эмиссия токена GFT происходит только после подтверждения смарт-контрактом реального поступления USDT. Сам смарт-контракт блокирует USDT до эмиссии 10% от общего количества GFT. О чем это говорит? О том, что каждый токен, приобретенный участником экосистемы, всегда будет подтвержден в смарт-контракте, и он может его продать, независимо от рынка. GFT токен сейл. Этапов раундов всего их будет 5. Первый раунд будет происходить следующим образом. Будет продаваться 200 тысяч токенов по цене 0.10 центов. Второй раунд, там будет продаваться 300 тысяч токенов GFT по 0.20 центов. Третий раунд, 400 тысяч токенов GFT по 30 центов. Четвертый раунд, 450 тысяч токенов GFT по 40 центов. И пятый раунд, 600 тысяч токенов по 0.50 центов. Аллокация по уровням. Если у вас только нулевой уровень, который вы купили за $20, то вы сможете купить токенов GFT минимально на $10, максимально на $100. На первом уровне максимально на $300, на втором на $600, на третьем на $1500 и на четвертом уровне 2,5, на пятом на $5000. Пассивный доход. Пассивный доход распределяется следующим образом. 0.5 до 6% от оборота компании распределяется. До 5% от реального сектора бизнеса. Выигрыш в играх 3% от оборота. До 15% от инвестпула и 20% сразу ваши, которые замораживаются в NFT. Партнерская программа. Партнерская программа от продажи боксов 61%, который уходит в партнерскую программу. Нулевой уровень 25%, первый уровень 15%, второй уровень 9%, третий уровень 6%, четвертый уровень 2%, пятый уровень 3%. Важно, выпуск уровня происходит только в том случае, если у вас самих куплен данный уровень. При покупке уровня вашим партнерам не оплачивать вами. Партнерское вознаграждение замораживается до момента оплаты данного уровня. Не потери партнерских выплат. Партнерская программа по токену. Партнерская программа с продажи токенов 3%. Распределяется на первый уровень будет 1.5%, на второй уровень 1%, на третий уровень 0.5%. Выплачивается только если участник купил токены GFT отдельно от бокса. Минимальное количество токенов на балансе должно быть 100 GFT. Аллокация зависит от нулевого уровня. Партнерская программа от инвестпула на первый уровень 3%. Выплачивается от дохода ваших первых линий при условии, что вы тоже участвуете в распределении от инвестпула.